Каждое воскресенье в приходе Манантенасу месса совершается как праздник, какого не увидишь больше нигде. В конце каждой недели здесь, в огромном зале, который на это время становится церковью, от 5 до 7 тысяч человек собираются вокруг отца Педро. Он аргентинский священник, родом из Словении. Он принадлежит к ордену лазаристов святого Винсента де Поля и с 1970 года живет на Мадагаскаре как миссионер. Люди, собравшиеся здесь, раньше жили на улице, на свалке, рядом со столицей Мадагаскара Антананариву. Но их спасли от нищеты, и вот сегодня они молятся и поют, и радостно танцуют в течение 3 часов. Ко мне подошел мальчик лет 10, чтобы исповедаться. Он совсем маленький. Я удивился, что такой маленький мальчик уже принял свое первое причастие. Он встал на колени, совершил крестное знамение и сказал: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Отче, благослови меня, потому что я грешник». Я был поражен, что 10-летний ребенок уже признает, что он грешник. Ребенок 10 лет. Иногда бывает, что даже взрослые не осознают этого. Я помолился Богу: «Пусть этот мальчик сможет продолжать служить Тебе на протяжении всей своей жизни. Даруй ему спасение раз и навсегда». Когда видишь человека, который приходит к Богу, который меняет свою жизнь ради лучшей жизни, это очень вдохновляет. Помолимся вместе. Благодарим Тебя, Господи, за то, что каждое воскресенье Ты укрепляешь нас. Благодарим Тебя за то, что Ты терпеливо ждешь, когда мы вернемся в Царствие Твое, к Твоему свету и Твоей любви. Воскресная месса — это чудо. Эти люди были выброшены из общества, они пережили боль и страдания, но сейчас они собрались вместе. Я сам очень удивлен тем, как Бог может все совершенно переменить. Я приехал в Антананариву для новой миссии, порученной мне моей общиной лазаристов святого Винсента де Поля. То, что я увидел на мусорной сварке, повергло меня в ужас. Это произошло 20 мая 1989 года, и тогда я не мог закрыть глаза на эту нищету. В тот день, когда я увидел, как тысячи детей находятся на грани выживания, а рядом с ними борются за жизнь животные, собаки, свиньи, я потерял дар речи. Я был глубоко потрясен. Я понял, здесь надо не говорить, а действовать. Консервные банки, использованные батарейки, тряпки, куски металла, угля, ничего не пропадало. Старались все как-нибудь использовать и по возможности продать на улицах столицы. Как можно это допустить? Мэрия Антананариву
выделила это место под свалку. И начиная с 1985 года туда свозили мусор, а заодно и этих бедняков. Тот вечер перед сном я заключил союз с Богом. Я уже находился в своей постели, но встал на колени и сказал: «Мой Боже, помоги мне сделать хоть что-нибудь для этих маленьких детей». Я не знал ни что делать, ни как действовать, но я твердо знал одно — надо, чтобы дети вышли из этого ада, потому что это был сущий ад. В тот вечер я почувствовал в себе силу. Вначале у меня не было ничего. Никто меня не знал, у меня не было денег, только горячее желание и вера, что Бог не допустит, чтобы эти дети жили в таких нечеловеческих условиях. Итак, отец Педро позвал своих знакомых молодых малагасийцев, и они отправились к обитателям мусорной свалки. Вначале нам нужно было создать нормальные человеческие условия для жизни. Конечно, я священник, я верую в Иисуса Христа, но туда я пришел именно как человек, как человеческое существо, как брат, который пришел к брату, чтобы он почувствовал, что он мне интересен, что кто-то протягивает ему руку и говорит: «Пойдем, надо выйти отсюда». На свалке жило 800 семей. В некоторых семьях умерло до 7 детей. Что можно сказать матери, которая потеряла 7 детей? Ничего. Можно только взять ее за руку и сказать ей: «Послушай, если у тебя есть еще ребенок, мы поможем тебе, чтобы он жил». Жанин из детей, спасенных от нищеты. В 1989 году ее родители с 5 детьми попали в этот лабиринт нищеты. Там, на свалке, они встретили отца Педро. Мы жили совсем не так, как другие дети. Мои родители и мой старший брат жили на улице. Они подбирали выброшенный мусор, просили милостыню. В нашей жизни не было никакой радости, только каждодневная нищета. И вот пришел отец Педро. Вместе со своими помощниками он изменил жизнь моих родителей. Он сразу понял, как нужно разговаривать с людьми, живущими на свалке. Некоторые побаивались его, другие же сразу осмелились подойти к нему. Он умел ласково разговаривать с людьми, которые оказались в трудном положении, как и мои родители. И мы тоже научились принимать его. Между нами завязались дружеские отношения. Мои родители участвовали в строительстве первых домов и помогали в создании Акамасу. Так, в 1989 году, благодаря упорному труду людей, которые жили вместе и помогали друг другу, отец Педро и обитатели свалки около Антананариву положили начало ассоциации Акамасу, что на малагасийском языке означает «добрые друзья». На сегодняшний день их руками построено 18 деревень, в которых проживает 20 тысяч человек. Настоящее общество, в котором каждый становится уважаемым человеком и учится нести ответственность за свое будущее. Если Бог творит чудеса, так это именно здесь. Сначала мы снимали жилье в Анусибе.
но потом больше не могли платить за него. Я очень переживала, потому что вместе с детьми мы ночевали на рынке, и дети очень страдали. Однажды пришел один человек и спросил, «Хочешь, чтобы тебе рассказали Педро? Я могу познакомить тебя с ним, если хочешь». Но я испугалась и подумала, «Наверное, этот человек хочет продать меня иностранцам». Но он сказал мне, «Да нет, не думай так, это священник». И с тех пор мы здесь. Я благодарна Богу за этого человека, показавшего мне этот центр. И сейчас мои дети сыты, одеты и ходят в школу. Я нигде не училась, поэтому у меня есть такая цель, чтобы, по крайней мере, один из моих детей добился успеха в жизни, пока я жива. Рафарасу живет сейчас вместе со своим мужем и семью детьми в деревне Амбаниал, Авакамасу. Она ухаживает за цветами и следит за чистотой в деревне. Когда я обращаюсь с человеком, то в ответ на мое доброе к нему отношение в нем также пробуждается доброе чувство, потому что каждый человек имеет в самом себе свет, искру жизни, любовь, которая никогда не умирает. Надо воспламенить эту божественную искру, искру любви, потому что только любовью можно возродить жизнь. Именно об этом я говорил. Когда вы любите человека, он также отвечает вам любовью. В деньгах, но это чудо сотворили не деньги, но вера. Вера всех людей, которые меня окружают. Я окружен 412 помощниками, и почти все из них — малагасийцы. Клара — сирота. Все это время она жила с тетей. Благодаря Акамасу она смогла окончить школу, получить аттестат. Сейчас Клара работает бухгалтером в Акамасу. Я очень рада, что в свое время мне помогли. И сегодня я могу помогать другим. Для того, чтобы здесь работать, более важно, я думаю, быть правдивым и порядочным, чем компетентным. Например, про себя могу сказать, компетентности мне явно не хватает. Важно быть честной. Когда меня просят что-то сделать, я делаю. И даже если не очень знаешь, как делать, но стараешься, в конце концов у тебя получается. Все зависит от твоей веры и от усилий, которые ты прилагаешь. Сейчас мы находимся в Акамасу, в центре, где принимают нуждающихся. Он открыт круглые сутки, и каждый день сюда приходят семьи, чтобы получить помощь. Системы социального обеспечения для всего населения, а большинство людей не может оплатить свои самые элементарные нужды. Однако достаточно 10 евро в месяц на одного человека для того, чтобы получать медицинскую помощь и жить достойно. Нэни с мужем и тремя детьми приехала в Акамасу в 1994 году. Сейчас она вместе с другими помощниками отвечает за прием людей в центре. Раньше я была действительно пропащим человеком.
Мы ночевали то на одном рынке, то на другом, и кто-то сказал нам: «Идите в Акамасу, потому что там есть священник, человек с очень щедрым сердцем. Вам нужно туда пойти». Я была замужем, но семья отвергла меня. И вот мы пришли сюда, и здесь о нас позаботились. Мои дети пошли в школу, а мне дали работу. Нам помогли, и теперь наша очередь помогать. Я разделяю радость, которую получила, с теми, кто приходит в первый раз, кто очень нуждается. В настоящий момент нас здесь 214 человек. Среди них есть люди с ограниченными возможностями. Некоторые из них находились в таком же положении, что и мы, когда жили без крова. Сюда их присылает государство, и это нас очень огорчает, потому что государство не выполняет свои обязанности. Вот две матери семейства, довольно молодые, около 30 лет. У одной из них муж умер, у другой исчез. Если им сейчас не помочь, они могут умереть или совсем пропадут. Когда к нам приходят такие люди, мы никогда не говорим: «Приходите завтра» или «послезавтра». Мы их всегда принимаем. И будь то один человек, два человека, 10 или 20, мы должны найти для них место. Если Бог существует, то у нас должно быть место для этих детей, для этих матерей. А так как Бог существует, у нас есть для них место. Надо сначала накормить их, дать им постель, чтобы они могли спать теплее, и постепенно станет ясно, что мы можем для них сделать. Они ли останутся с нами, или захотят вернуться в свои семьи, это будет видно. Мы не спешим, потому что им нужно время, чтобы прийти в себя. Таким людям нужно много времени, чтобы они поняли, что возможно жить по-другому, более стабильно. Понимание приходит постепенно, благодаря тому, что они попадают в другие условия жизни. Установленные здесь правила, возможно, поначалу кажутся им невыносимыми. Но семьи, которых здесь временно принимают в деревенских домиках, постепенно привыкают к новым условиям. Здесь они учатся жить в общине. Перед тем, как переселиться в постоянное жилище, им нужно научиться жить по-новому. У нас здесь около 100 человек-помощников. Мы постоянно заботимся об этих людях и помогаем им, как своим братьям. Каждый старается сказать им доброе слово, слово одобрения, вселить радость, говоря: «Мы можем победить бедность». Но повторять это необходимо не 10 и не 100, но 1000 раз. И иногда на 1001 раз они говорят: «В самом деле, мой брат прав, я буду бороться». Но самое главное — не опускать руки и продолжать трудиться. Продолжать любой ценой, продолжать. В этом есть сила Евангелия. Где, кроме Евангелия, мы можем найти эту силу? И в конечном итоге эти люди мне верят. Они видят, что, несмотря на все трудности, я остаюсь с ними. И мои помощники тоже. Мои помощники отдают им свою жизнь. Они не женятся и не выходят замуж, чтобы служить своим братьям и сестрам. Это поразительно. Они отказываются от того, чтобы иметь своих собственных детей и заботиться о детях других людей. Нужно все оставить, все отдать, чтобы быть с этими детьми и с этими бедными семьями. Невозможно отдавать себя наполовину.
желающие остаться в Акамасу и жить в доме, должны начать работать, водить детей в школу, заботиться о них и соблюдать установленные правила жизни. Сегодня 3000 жителей получают зарплату за свой труд на рабочих местах, которые они создали сами. Мадемуазель Юби организует работу в карьере Бимасуаншу. В 2005 году, в возрасте 14 лет, она оставила свою семью, чтобы жить здесь. Благодаря помощи Акамасу она получила аттестат и продолжила свое образование. Работа, которую я выполняю, нелегкая, потому что я отвечаю за организацию работы большого количества людей. Для этого мне нужна смелость и самоотверженность. Люди разбиваются на группы. У каждой группы есть свой ответственный. Мужчины-горнорабочие взрывают большие камни и получают зарплату в соответствии с тем, что они сделали. Женщины переносят камни, превращают их в щебень, который мы потом продаем. Здесь жизнь — это борьба. Мы каждый день сражаемся за жизнь. Из этой горы мы добыли тысячи кубометров гранита. Эти женщины перенесли на своих головах тысячи тонн камней. Поэтому я отношусь к этим женщинам как к уважаемым дамам. А сколько зарабатывают эти женщины? От силы 1 евро в день. Мы никогда не хотели использовать здесь технику. Ведь что тогда стали бы делать эти люди? У них больше не было бы работы. Работающий человек является частью общества. Он чувствует, что его уважают, что он обрел собственное достоинство. И плодом этого труда, этими камнями, мы вымостили дороги во всех наших деревнях. Именно они сделали это. Это их работа, потому что одна часть их трудов пошла на обустройство их собственной деревни, а другая позволила жить их семьям. Именно работой мы победим бедность. Каждые 4 дня в Акамасу появляется новый дом. Благодаря этим рабочим, благодаря тому, что они производят, и множеству благотворителей, возможно финансирование большей части социальных служб в Акамасу, особенно выплат в случае болезни. 10 тысяч детей учатся в школах, построенных работниками Акамасу. Непростая задача – кормить их 5 дней в неделю. Их оценки – лучшие в области. 82% учеников Акамасу успешно сдают выпускные экзамены. Большинство из них продолжают обучение в университете. Когда я стал ежедневно тесно общаться с бедняками, я стал духовно расти и обогащаться. Именно они внутренне изменили меня. Иногда они приходили ко мне и были очень требовательными. Не сразу, но я понял, они бедны, они имеют право приставать ко мне со своими нуждами. Один Бог знает, сколько нам пришлось выстрадать за это время.
Иметь силы противостоять отчаянию, для меня это не волшебство. Это тяжело. С человеческой точки зрения тяжело. Несколько раз я говорил себе, «Моя голова сейчас взорвется». Но моя голова не взорвалась. Почему? Я не знаю. Но думаю, из-за того, что я впитал пример одного человека, которого зовут Иисус. Я был пропитан Евангелием, словами этого человека, Иисуса. Когда я решил стать священником, я сказал себе, «Я буду подражать Иисусу Христу». Меня так воспитали мои родители. Они были верующими. Во время гонений со стороны коммунистов они были вынуждены уехать из Словении. Они потеряли все. Они все оставили, но они сохранили веру. Они приехали в Аргентину с пустыми руками, не имея знакомых. Там они начали создавать свою семью, в которой родилось 8 детей. И какой же пример дал мне отец? Как он работал? Каким честным он был? Сколько раз у него воровали работу, не платили зарплату? А как работала моя мать? Как она любила нас, своих детей? Как она любила бедняков, которые стучали в нашу дверь? Моя мать всегда говорила мне, «Сынок, когда бедняк стучится в нашу дверь, нужно обязательно поделиться с ним». В семье мы молились вместе. И это нас объединяло. А потом я сам начал искать. Я хотел узнать Иисуса Христа, увидеть лицо Бога. И я открыл лицо Божие в самом бедном человеке. И для меня там, где есть бедняки, есть Бог. Сейчас я знаю, если мы хотим двигаться к Богу самым коротким путем, то нужно идти к беднякам, и мы тотчас найдем Его. Святой Винсент де Поль говорил, «Если во время твоей молитвы бедняк постучится в твою дверь, оставь Бога Богу». Потому что Бог любит, когда мы служим бедным, и нужно, чтобы мы шли к самым бедным. Сами они не придут к нам, они не осмелятся или не смогут прийти. Все достойны посещения Божьего. Потому что сам Бог сказал это, и сам Иисус сказал, «Я пришел взыскать погибшее». Только служение может нас спасти и однажды открыть нам врата небес. И не будем забывать того, что Иисус сказал нам в Евангелии от Матфея, в 25 главе, с 31 стиха и далее, «Так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне». Мы не можем оставить эти слова без внимания. Отец Анри Ракато Аризуа сейчас живет на Мадагаскаре, в Анцирабе. Он малагасийский священник и отвечает за общину Шманнев в этой стране. В этом месяце, присоединяясь к его словам, мы можем молиться о справедливости и мире на Мадагаскаре. Для меня Акамасу — это слово надежды. Можно заставить нищету отступить, можно даже победить эту нищету. Это возможно.
И лично я верю, что Господь послал отца Педра как пророка для нашего времени, чтобы сказать нам что-то. Во-первых, благодаря примеру отца Педра, Бог побуждает нас открыть глаза на окружающую нас нищету и страдания. Бог словно спрашивает нас, видишь ли ты нищих вокруг себя? Видишь ли ты эти страдания вокруг себя? Во-вторых, это приглашение не быть безразличным при виде бедности, не оставаться равнодушным при виде всей этой нищеты вокруг нас. В-третьих, нужно не просто смотреть, не просто сочувствовать, нужно также действовать. Это приглашение делать что-нибудь, делать там, где мы живем, в меру наших возможностей, нужно что-то делать. Слово Божие на этот месяц взято из Евангелия от Матфея, глава 25, начиная с 31 стиха. Иисус говорит: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне».